стране. Да, я вроде громко говорю, меня слышно? Трансляция. А, трансляция. Ну, хорошо. То есть сегодня тогда, судя по собравшемуся контингенту, мы будем разговаривать о положении дел при поступлении в Институт архитектуры и дизайна Тихоокеанского государственного университета. Ну и вот у нас вот такая небольшая... работает. Презентация информационная. Что касается вступительных испытаний. Значит, Институт архитектуры и дизайна – один из немногих институтов, который принимает по не только результатам ЕГЭ, да, но и по результатам творческого испытания. В частности, мы рисуем и... Перед вами сейчас общий перечень вступительных и минимальный балл по ЕГЭ, который установлен с прошлого года. По русскому вы видите минимум 40, по математике минимум 39, для того, чтобы, в принципе, подавать документы. Творческое испытание — это рисунок. Рисунок состоит из двух этапов. В первом этапе вы рисуете постановку из геометрических тел. Во втором этапе вы рисуете рисунок античной головы. То есть это слепок античной головы с натуры. То есть вы все это делаете с натуры. Два этапа обозначают, что вы в два дня сдаете экзамен. То есть делится на две группы абитуриента, может быть, на три. Все зависит от количества. И какая-то группа с утра сдает, допустим, рисунок геометрических тел. Потом уходит, приходит вторая, рисует античную голову. И на следующий день эти группы меняются. Ну, это уже такая техника, то есть мы на ней зацикливаться не будем. Еще немаловажная информация на данном слайде – это то, что проходной балл по сумме трех экзаменов, то есть математика, русский и творческий, в прошлом году был единым, потому что у нас был набор на укрупненную группу специальностей, то есть у нас не было деления на архитекторов и дизайнеров, а, повторюсь, кто не в курсе, мы осуществляем подготовку по двум направлениям, это архитектура и дизайн архитектурной среды, профиль архитектурное проектирование, профиль дизайн архитектурной среды. Если кто был в прошлом году на Дни открытых дверей, то здесь произошло изменение. Раньше в профиле дизайн архитектурной среды было два. Сейчас он один, то есть раньше мы отдельно набирали группу на интерьер и отдельно на городскую среду. Сейчас один единый профиль, он одноименный с направлением, то есть дизайн архитектурной среды. То есть там будет в полном объеме осуществляться обучение по этим двум профилям. То есть и дизайн архитектурной среды интерьерный и экстерьерный. То есть экстерьер-интерьер в одной программе. Ранее, до 2021 года, ну вот видите, да, там две цифры. То есть до запятой, 216 это было в проходной в прошлом году, 219 на архитектуру был и 209 на дизайн позапрошлом году, потому что там был набор на два разных направления, соответственно, проходной был балл тоже разный. В этом году будет то же самое, что и в 2020 году. То есть два разных направления, проходной балл будет разный. То есть вы видите, что в нижней строчке написано, в 2022 году планируется, то есть у нас уже одна, ну, вот, разнарядка, да, на 52 бюджетных места. То есть на дизайн архитектурной среды будет 20 мест и 32 места на архитектуру. То есть, опять же, мы будем на направление набирать. Кто помнит прошлогодние цифры или изучал, там смотрел материалы, в прошлом году у нас было для сравнения 32 всего бюджетных места. Видите, да, насколько увеличилось количество бюджетных мест. Соответственно, ну вот смотреть на проходные баллы прошлых лет, ну, не совсем корректно будет, потому что они неизвестно, какие будут. То есть какие ребята придут, какие ЕГЭ будут у всех, да, то есть математика, русский. Но в среднем, если посчитать баллы, да, по совокупности трех экзаменов, где-то 70 баллов, чтобы на бюджет по каждому предмету. Это минимум, который нужно набрать. В среднем по каждому экзамену.
да, математика, русский и творческий. Может быть, конечно, большой перекос, там, допустим, 100 баллов по математике, по рисунку там достаточно 50 баллов. Минимальный, кстати говоря, балл по рисунку 50 баллов. Так, ну давайте так, я вот просто сейчас все расскажу, потом по ходу дела вы для себя вопросы сформулируйте, и в конце моего выступления прошу задавать вопросы, не стесняться, я вам на них отвечу. Значит, при ТОГУ существуют подготовительные курсы, ну длительные они уже начались с октября месяца, а также есть короткие курсы двухнедельные, которые ориентировочно начинаются за 2 недели до экзаменов. Экзамен творческий по рисунку, расписания еще пока нет, оно будет известно ближе к концу мая. Но ориентировочно, то есть с 1 июля стартуют короткие вот эти курсы по рисунку. Они проходят в университете у нас на базе нашего института архитектуры и дизайна. Здесь образец экзаменационного рисунка, то, о чем я говорила, рисунок геометрических тел и гипсовая голова. Хочу обратить внимание, что есть на сайте выложены критерии оценивания данного экзамена. И в первую очередь приветствуется конструктивный рисунок, потому что, ну, понимаете, будущий архитектор должен понимать конструкцию, поэтому видите сетку построений, да, линий всех в перспективу уходящих и так далее. Сегодня вы ознакомитесь, ну, мастер-класс у вас будет как раз на эту тему. У нас 2 выпускающих кафедры по одноименным направлениям: архитектура, урбанистика и дизайн архитектурной среды. По учебному процессу Анастасия Филипповна у нас представляет кафедру архитектуры и урбанистика. Да. По учебному процессу мы сейчас быстренько пролистаем. Вот просто как пример перед вами работы первого курса. Ну, в общем-то, Евгения Михайловна много уже сказала. Первый курс предполагает работу вручную. То есть те ребята, которые... Не надо кликать, нет, один слайд. Те ребята, которые заканчивают профильные среднего образования, да, учреждения, либо художественные школы, здесь отлично можно выразить свою подготовку, показать ее. Где-то со второго курса мы переходим на компьютерное проектирование. При этом макеты до 3-го курса, то есть руками клеим, лепим, все это делаем. Скульптура есть как на архитектуре, так и на дизайне. 3-й курс, ну, более серьезные уже проекты. Это уже гостиница, промышленные объекты, гаражи, многоуровневые гаражи, общественные здания с образовательной функцией, поселок городского типа, то есть градостроительные объекты уже. Можно 4-й? 4-й курс – торговое здание и офисное здание. Жилой дом средней этажности. Здесь добавляются рабочие чертежи, в том числе рабочие чертежи генерального плана. Они довольно сложные. Ну вот 4-й курсники сегодня вполне справляются с этим. И последняя — реконструкция городского фрагмента. На 5-м курсе полгода ребята еще готовят 2 проекта: многофункциональное городское пространство и общественный комплекс. Это очень серьезные проекты. В них смешано очень много разных функций, и поэтому необходима вся подготовка всех 4 лет обучения до этого. И последние полгода ребята выходят на преддипломную практику и, собственно, дипломное проектирование. Вот один из вариантов дипломного проекта, формат 2х4, то есть от 8 квадратов, от 8 квадратных метров, вот такие вот работы. Тоже частично можно будет их посмотреть сегодня, 501-й выставлен. Да, спасибо, Анастасия Филипповна. Ну и вторая кафедра, выпускающая дизайн архитектурной среды. Антон Сергеевич, вас попрошу прокомментировать, да, работы. Много комментариев. Потому как много, немало, масса просто огромная работ, безусловно. На первом курсе мы делаем некие... Сейчас выражу. Короче, нужно создать метафору. Когда мы смотрим на какой-то предмет, ну, утрируя автомобиль, мы должны что-то себе представить, фасад здания, ну, дом, да, который у вас ассоциируется с этим автомобилем. Далее мы делаем проект источник. Он здесь есть? Здесь первый курс, потом второй. Ага. Вот. На втором курсе
На втором курсе у нас идет кафе, интерьер кафе. То есть, да, понятно уже, что помимо экстерьера, помимо архитектуры, вы занимаетесь еще интерьерами, то, что внутри будет. А в данном случае представлена работа, сделанная вручную. Ну, безусловно, да, мы, как говорится, идем в ногу со временем. И, безусловно, ребята начинают работать уже на компьютере. На третьем курсе это у нас элемент гостиницы и торговое пространство, это интерьер магазина. Так, реконструкция здания под офис – серьезный проект. Как мы всегда говорили, что на архитектуре это самый сложный проект гостиницы. Вот. У нас это реконструкция здания под офис. И после реконструкции здания под офис мы делаем рабочее место руководителя, в частности, мебель. И вы можете быть, как говорится, профессионалами, которые могут создавать авторскую мебель. Далее, пятый курс. Ну, понятное дело, все, вы уже, как говорится, монстры своей профессии. Мы делаем интерьеры, понятное дело, квартир, жилых домов и так далее. Ну и дипломы. Дипломы всякие разные, начиная от промышленного дизайна и заканчивая, ну, опять же, городской средой. Так, что это у нас? Выпускная коллекционная работа. Да, темы дипломов различные, от парков, да, например, парк «Динамо» или стадион имени Ленина. Ландшафтная архитектура, да. Интерьер, может быть, да? То есть, да. Здесь, опять же, то есть разница с архитектурой на более точечное внимание, фокусировку именно на узкое направление, например, интерьер или экстерьер, то есть ландшафтная архитектура. Вот примерно вы посмотрели содержание учебных планов нашего института. Кроме того, что мы учимся, у нас очень активные мероприятия по науке происходят и международные мероприятия. В частности, на данном слайде мы видим Global Capstone Design. Ребята, которые учатся на первом курсе, уже в это вовлечены. Это программа с Южнокорейским университетом Санмун. Наши партнеры, и они к нам до пандемии приезжали. Сейчас пока в онлайн-формате, как будет в следующем году, пока не знаем. То же самое по Международному форуму «Новые идеи нового века». Некоторые из вас знакомы с этим мероприятием, да, то есть в рамках этого форума происходит такая активность, как конкурс детского рисунка, и многие уже могли в нем принять участие. Кстати говоря, диплом этого конкурса по крайней мере, ранее учитывался в индивидуальных достижениях при поступлении. Отдельной строкой об этом скажу позже. Ну и так далее. То есть есть и другие мероприятия, постоянно в которых мы участвуем, которые посещаем физически. Единственное, что последние два года это было нереально сделать, поэтому мы все международные наши контакты перевели в онлайн-формат. Есть студенческое самоуправление, студсовет. В рамках этого самоуправления мы участвуем в различных общественных мероприятиях, ну, в частности, межрегиональный форум «Россия начинается с Востока». И вот различные вот такие активности общественные, то есть участие в федеральном проекте «Городское формирование в комфортной городской среды». Очень часто мы сотрудничаем с ДАСИС, с Департаментом архитектуры, строительства и землепользования и с Министерством строительство Хабаровского края как раз по формированию комфортной городской среды. То есть мы делаем проекты, в частности, там, допустим, лестница Тургеневская, да, или же набережная. Ну вот росписи различные тоже вот в КЦО делали и так далее. Есть еще и внеучебная работа, Антон Сергеевич как раз ее курирует. Первые места занимали до пандемии, после пандемии как-то у нас не сложилось. Но я надеюсь, если кто поступит с такими навыками, какими-нибудь вокальными, инструментальными, то будут участвовать и поднимать наш рейтинг. То есть четвертое место в прошлом году мы заняли. Источники информации в целом – это, конечно же, сайт нашего университета. Там можно посмотреть, в частности, творческое испытание и критерии к нему здесь вот подчеркнуто. Все остальные вопросы, в принципе, можно задавать уже по ходу дальнейшей нашей встречи. Какие вопросы? Пожалуйста.
Курсы наши, которые в университете, да, происходят? Так, ну, ладно, оставлю. Ну, скажем так, конечно, можно и без опыта прийти, сами там посмотрите, какие-то навыки-то держать карандаш вы имеете наверняка. Поэтому, конечно, надо прийти сначала, сориентироваться. Чем хороши эти курсы? Тем, что вы приходите, попадаете в те стены, в которых будет происходить экзамен. К сожалению, я пока не могу сказать, в каком формате будет экзамен, потому что в прошлом году это был гибридный формат онлайн и офлайн. В позапрошлом был чистый онлайн. Ну, если ограничения будут сняты, то будет, скорее всего, офлайн. То есть поэтому стены помогают. Вам просто хотя бы некоторые приходят и в 9-м, и в 10-м классе, то есть загодя до того, как они будут поступать в университет, просто хотя бы посмотреть эти постановки, то есть вы уже будете знать, какие конкретно геометрические тела будут в этом в наборе, да, какие головы, потому что там, то есть, определенный набор голов, не все греческие герои туда попали, то есть, допустим, там есть Антиной, Венера, кто еще по именам парней-то перечислить. То есть там немного их. То есть надо смотреть, что в некоторых университетах нашего профиля, допустим, есть какие-то головы, которых у нас нет. Вы, допустим, где-то скачали курс в YouTube, а такой головы у нас нет. Вы прошли этот курс, а у нас все напрасно, собственно говоря. То есть курсы вот в этом смысле хотя бы двухнедельные, даже если вы собираетесь в следующем году поступать, они полезны. Даже если вы не умеете держать карандаш. То вот вы подержите карандаш и скажете, ой, мое, точно мое, буду учиться, и за 2 недели все освоите. Я ответила на ваш вопрос? Я не умел вообще рисовать. Теперь умею все. Так, на курсы у нас, Юлия Викторовна, через приемную комиссию, телефоны, вот на сайт, когда вы заходите, с правой стороны контакты, да. То есть институт не занимается курсами, то есть его курирует приемная комиссия. Надо записываться там. Да, курсы платные. Да, преимущественно право они дают курсы, но не, то есть не путайте, некоторые начинают думать, что курсы дают какую-то преференцию. Нет, преимущественное право возможно, то есть когда прям по всем показателям 2 претендента на одно место имеют одинаковые исходные, то есть, это вообще один к миллиону, наверное, такое бывает. То есть математика первичнее, то есть у кого выше математика, тот потом рисунок и так далее. То есть вот если у вас одинаковая сумма баллов, к примеру, то ранжир идет, начинает математики, рисунок, математика и так далее. И вот в случае, если совсем все сошлось, вот по всем показателям одинаково, тогда вот возможно, да, то есть вот кто-то из них, из этих двоих прям не ходил на курс. То есть преимущественное право только в этом случае включается. Какой вопрос был? Портфолио при поступлении. Вопрос. Портфолио мы собираем. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. В правилах приема есть информация по индивидуальным достижениям. То есть какие дипломы муниципального уровня или краевого уровня или общероссийского уровня учитываются при поступлении. Это отдельный перечень индивидуальных достижений. И, собственно говоря, кто подготовлен к этому, тот целенаправленно участвует в таких конкурсах. То есть обязательно смотрите на статус конкурса. Если с точки зрения портфолио именно по участию в каких-то конкурсах, а если с точки зрения рисунка, допустим, или каких-то проектов, в которых вы участвовали, то да, конечно, мы смотрим, но, к сожалению, влияние на сумму баллов портфолио в этом случае не имеет. То есть мы просто можем оценить, посмотреть, здорово, человек активный в нашем направлении, работающий. То есть посмотрите внимательно перечень. Я, можно, добавлю, вот тот самый стартап Стогу, это как раз возможность получения дополнительных баллов. Да? И участник там 2 балла, просто участник, призер 3 балла и победитель 5 баллов. Это уже вот однозначно, и с прошлого года это уже вы можете в банк себе складывать. То есть прошлый год и нынешний. Да?
Плюс нам говорили в сентябре, что тот конкурс «Городской пейзаж», который проходил в рамках форума «Новые идеи нового века», он тоже включается вот в этот послужной список, ну, то есть дополнительные баллы. Все остальные там действительно от министерства и так далее. Ну, то есть это уровень не городского, даже не регионального, а вот как бы что Москва там дает. Но это там список особый, и нужно это смотреть, да, уже в приемной комиссии. Список мероприятий, рекомендованных Министерством просвещения. Тут еще один момент. То есть к тому, что вы заработали по ЕГЭ «Математика русский», суммируется не более 10 баллов индивидуальных достижений. Не более 10. Сюда входит не только ваше портфолио в части наличия дипломов тех или иных конкурсов, но и ГТО, что там еще, олимпиады тоже. Ну, то есть, опять же, смотрите, чтобы это был не только там какой-то муниципальный уровень, а когда вы уже выходите куда-то выше. А что еще туда входит, кроме ГТО? По-моему, да, все. А, красный диплом. Медаль. Я красный диплом, это я на формат студенческий. Медаль. Безусловно, медаль дает индивидуальное достижение. Вопросы еще какие? Не стесняйтесь. Вы знаете, вот с прошлого года, раньше у нас был другой перечень этих мероприятий. К сожалению, я весь перечень наизусть не знаю, поэтому надо смотреть просто в перечне мероприятий на сайте нашего университета, конкретное название искать. Я говорю, вот если кто-то готовится в этом году или в следующем, они, в принципе, имеют возможность. Наверное, да, лучше, конечно, если кто в следующем году поступать готовится, тот имеет время, конечно, и поучаствовать в этих мероприятиях обязательно нужно, потому что бывает, что решающим один балл буквально, то есть разница, или даже вот бывает, что проходит на бюджет, то есть абсолютно одинаковый балл, вот, ну это крайний, конечно, вариант, когда там три человека или четыре человека одинаковый балл имеют, и проходит тот, у кого, вот я говорю, больше математика, больше рисунок по количеству баллов, тот проходит. То есть и один балл вам, в случае, если вы в такую группу попадете, товарищей смежных, да, одинаково, с одинаковым баллом, он, конечно, решающим. То есть вы сразу раз на одну ступень выше поднимаетесь. Там дело в том, что есть разный конкурс. Конкурс заявлений на место и человек, который потом остался. То есть человек на место там около 10 было. То есть заявление на место, вру. А в сумме, когда сколько осталось, там человека 4 было. Да. Но опять же, то есть очень много подвижек происходит в последние буквально 2-3 дня приема документов, оригиналов, потому что зачисление, кстати говоря, тоже такая новая информация поступила. Зачисление в этом году будет прежде всего только по оригиналу. То есть зачисление на бюджет происходит в несколько этапов. Первым этапом зачисляются квотники, то есть те, которые по особым правам поступают. Потом зачисляются основная партия бюджетников, тоже в две части. И вот в этот период, это, ну, в этом году я не знаю точно даты, когда, потому что все зависит от дат экзаменов, расписание экзаменов будет не раньше мая. Поэтому где-то это происходит в начале августа. Вот. Поэтому в этот период надо определиться, что вы точно остаетесь у нас, вы проходите к нам на бюджет, и вы приносите уже оригинал своего аттестата. В прошлые годы, да, вот два года пандемии, они, конечно, просто выбили нас из колеи, и очень
было, ну, скажем так, проблемно посчитать поступивших на бюджет, потому что некоторые в последний момент могли забрать копии документов и заявления, соответственно, с бюджета уйти. Ну, для тех, кто, конечно, ниже по рейтингу, это было радостью. Но посчитать вот так, сколько конкретно человек на место, очень до последнего момента было сложно. У нас даже был случай, когда человек зачислился, и потом выяснилось, что он зачислился в два университета. Ну, вот, и у нас он забрал документы. Еще одно такое новшество в этом году. Кто-нибудь есть из среднеспециальных учебных заведений? Нет таких? Да любые. Любой техникум, любой СПО. А? Колледж искусств, там, ну, то есть, технологический. Ну, в любом случае, наша встреча сейчас записывается. Для тех, кто потом будет смотреть, я просто скажу, что в этом году у нас введен специальный экзамен творческий, да, для тех, кто поступает с корочкой среднеспециального учебного заведения. Это сделано для того, чтобы исключить один из экзаменов ЕГЭ, который становится обязательным в списке вступительных испытаний для выпускников СПО. Объясню, то есть раньше выпускники СПО могли сдать математику и русский здесь, в университете. Сейчас они должны записываться так же, как школьники 11 класса на экзамен по ЕГЭ и сдавать в общих условиях ЕГЭ. Естественно, это достаточно тяжело для них, поэтому вот ввели такой новый экзамен, то есть внутренний, но он такого творческого характера. То есть они кроме рисунка сдают еще теорию, скажем так, по композиции, по рисунку, по живописи, по графике и так далее. Да? То есть мы, ну, в основном по композиции. Да. То есть там вопросы тестов, они направлены на знание именно композиции. Что такое композиция и так далее. Да, вопрос. Есть ответ? Там обязательно один по выбору ЕГЭ, да. Хорошо, Юлия Викторовна, да. То есть, да, мы таким образом заменяем один из ЕГЭ на свой внутренний экзамен теоретический. Так, что еще нужно? По оригиналу сказала, что поступление по оригиналу, то есть предпочтительнее будет зачисление человека, который предоставил оригинал документа на момент зачисления. Ну вот правила приема уже опубликованы на приема на 2022-2023 учебный год. Там, в принципе, все можно найти на сайте. Ну, КЦП я вам назвала, да, контрольные цифры приема — это количество бюджетных мест, их 52. Платный там устанавливается предел, но на самом деле как бы никогда такого не было, чтобы кого-то не приняли. То есть главное, чтобы человек умел держать в руках карандаш и нарисовал не менее чем на 50 баллов по рисунку. И, конечно же, чтобы был проходной математико-русский, то есть минимум 40 по математике и 39 по русскому. Вот эти минимумы нужно набрать. То есть минимум по рисунку 50, минимум по математике 40, минимум по русскому 39. Так, заскучали. Еще какие-то вопросы? Не стесняемся, задаем, потому что много иногородних, которые посмотрят потом в Ютубе трансляцию, и мало ли вот такие вопросы будут типичные, да, слушаю вас. Там телефон вот имеется приемной комиссии, и лучше туда обратиться, потому что мы, ну, меняется эта стоимость, мы сейчас вам недостоверную информацию скажем. Стоимость обучения за год? Ну вот смотрите, стоимость обучения на 2022-2023 год первого курса еще не утверждена. В прошлом году это было 181 тысяча рублей, причем эта стоимость уже два года
решили не поднимать из-за пандемии в позапрошлом году. Пока вот официально сказать конкретно стоимость. У нас вторая стоимостная группа, то есть их всего 4, насколько я помню. То есть самая дешевая первая, потом вторая, есть третья еще дороже. Вот мы во второй стоимостной группе, так же, как и несколько факультетов инженерного профиля. Да. Подождите, стоимость перехода? Возможность перехода на бюджет. Да, это очень животрепещущий вопрос, который интересует всех родителей. Ну, давайте вы настроитесь сначала сдать ЕГЭ хорошо и поступить все-таки на бюджет. Но в случае, что, конечно же, такой механизм действия возможен, мало того, он происходит иногда неожиданно. То есть каким образом происходит перевод на бюджет? В случае, если на курсе, на котором учится студент, освобождается место бюджетное, на него открывается конкурс, и в этом конкурсе могут участвовать все, кто учится на этом курсе. Естественно, что самым главным критерием отбора является средний балл зачетной книжки. То есть это все дифференцированные экзамены, зачеты и так далее. То есть это вот средний балл. То есть если несколько человек претендует на это место, то в первую очередь остается на этом месте тот, у кого максимальное количество баллов. Когда освобождается место, когда человек, учащийся за счет централизованного фонда, то есть за счет государства, не просто уходит в академический отпуск, а, допустим, уходит из университета по разным причинам, то есть он может отчислен быть за неуспеваемость или самостоятельно он решил уйти в другой вуз, вот. Или он, в принципе, просто исчез и написал заявление, что он обучаться дальше не будет. То есть нужно, чтобы студент, ну, не оставался на своем месте, чтобы он как-то его освободил. Вот в этом случае освобождается. У нас всякое бывает. То есть бывает, что освобождается место и на пятом курсе, и договорники буквально там полгода не платят. То есть за один семестр они не платят. Такие случаи бывают. Кто-то на первом курсе. Ну, на первом курсе мы не можем, потому что конкурс на бюджетное, вакантное бюджетное место, он возникает только тогда, когда два семестра сданы. Должно быть два семестра сданы. Поэтому это не раньше, чем начало второго курса произойдет. Да, вот Антон Сергеевич мне правильную подсказку подсказывает. Кроме того, у нас очень гибкая система скидок, то есть если договорник учится хорошо и сдает все вовремя, то у него действует скидка на оплату. Да, Анастасия Филипповна говорит, 10%. Все правильно. Можно еще добавлю? У нас на дизайне был такой случай, когда место свободное было, а ребята не могли на него попасть. То есть успеваемость у ребят была низкая. И та тройка, которая постоянно мешала, не давала права занять бюджетное место. В течение года бюджетное место висело. Даже такое было. Бакалавриат от магистратуры, чем? Ну, я в самом начале объяснила, то есть это болонская система, ступенчатая, то есть вы в магистратуру без корочки бакалавра или специалиста не можете поступить. Это следующая ступень. Ну, то есть, еще раз, после школы вы можете поступить только на бакалавриат или же на, или в специалитет. У нас специалитета нет. Специалитет — это вот старая система, при которой обучение… Да, у нас обучение длится 5 лет. То есть на многих факультетах 4 года. Просто некоторые начинают путаться, почему мы 5 лет учимся, а при этом мы бакалавриат. То есть когда был специалитет, в стране не было бакалавриата или магистратуры, мы учились 6 лет. Сейчас мы учимся 5, то есть мы на год больше учимся, чем многие другие специальности, направления.
Магистратура у нас 2 года. После магистратуры вы можете поступить в аспирантуру, и это 3 года. Защититься, стать кандидатом и стать членом нашего педагогического коллектива. Еще вопросы? Квотируемые места, имеется в виду, у них, смотрите, да, ну, квотируемые места — это места для лиц, которые либо по направлению целевому идут, то есть это отдельная квота, и отдельная квота по здоровью или по состоянию семьи, то есть определенные ветераны, да, что-то еще. Ну, в состоянии семьи, то есть сироты, то есть отсутствие и так далее. То есть инвалиды и сироты, условно говоря. Вот в рамках каждого года набора на эти квоты выделяется определенное количество мест. Например, у нас в прошлом году не было квоты на целевое обучение. Целевое обучение — это когда заказ идет от какого-то ведомства, не буду говорить, ну, то есть от разных ведомств может быть, да, на конкретного специалиста, то есть они его оплачивают, и они ждут его потом, да, на свое рабочее место. В прошлом году у нас не было этой квоты. В этом году надо смотреть, если она появляется, то, ну, порядка 2 мест, 1 место может быть. И также 2-3 места или 4 места может быть на социальную квоту, то есть по состоянию здоровья или по состоянию семейному. И, соответственно, сколько человек на эту квоту подало документов, такой будет конкурс. Там, ну, фактически это более пониженный, да, балл проходной, потому что все зависит от количества людей, но явно их меньше, чем в общем конкурсе, который идут. Оно вычитается, да. Получается, что квотные места, вот у нас 52, допустим, бюджетных мест. Не допустим, у нас 52 бюджетных места в этом году. Из них вычитаются квотные места, и остальные ребята, которые проходят не по квоте, они участвуют в конкурсе 52 минус, допустим, 4. То есть они участвуют в конкурсе на 48 мест. Вот такая, да, кухня. И получается, что да, конкурс среди квотников, он, как правило, ниже, конечно же. Количество людей на одно место ниже. Поэтому смотрите, если у вас есть такие условия, по которым можно пойти по этой квоте, по этому пути, вам тоже нужно позаботиться о наборе документов необходимых для того, чтобы участвовать в отдельном конкурсе квотном. Ну, экзамен где-то будет в середине июля. Традиционно у нас рисунок в середине июля сдается. И в отличие, опять же, тоже, чтобы, ну, избежать недопонимания, в отличие от направлений, которые осуществляют набор только по ЕГЭ, у нас очень жестко зафиксирована дата окончания приема документов. Мы должны закончить прием документов за неделю до начала вступительного творческого. Поэтому у нас прием документов заканчивается раньше, чем по остальным направлениям. Услышьте, пожалуйста, потому что такой очень момент. Многие приходят, хотят поучаствовать. То есть на договор, пожалуйста, можно поучаствовать и позже прийти, если вы не претендуете на бюджет. А если вы хотите на бюджет попасть, вы должны успеть подать документы. Ну, там, условно говоря, до середины июля там будет более точное расписание. С 20 июня начинает работать приемная комиссия. Поэтому еще какие вопросы? Можно добавлю? Вот кто-то интересовался по рисунку, да, сейчас или летом. Вот мне приемная комиссия ответила, что это доп. Образование, дел доп. Образования. И вот кто может, запишите телефон 75-78-48. Там можно узнать по курсам по рисунку 75-78-48.
По условиям поступления еще какие-то вопросы есть? Вот по вот этому слайду, если кто-то припоздал. Хорошо, тогда я думаю, что мы уложились во время, без 10. Тогда объявляю день открытых дверей начало. Двери открыты еще 3 дня, поэтому прошу, если какие-то вопросы, координатор Юлия Викторовна, куда да. дальше идем? Юлия Викторовна сейчас расскажет, да? Да. Спасибо за внимание. Рада была познакомиться. Если какие-то вопросы, я еще здесь посижу, подходим, спрашиваем. Сегодня в нашей программе такая мини-экскурсия должна была по университету. Если интересует, то наши ребята могут вас тоже все-таки провести, да, 10 минуточек. Вот. Дальше мы идем в 635-ю аудиторию. Это нас ждет Наталья Владимировна Гончарова, мастер-класс по рисунку, по академическому рисунку. Завтра в этих же стенах, в этой же аудитории в 2 часа у нас очень интересная лекция по современной архитектуре. Будет вести наш теоретик Иванова Алина Павловна. Она всегда зажигательно ведет и очень любит свою работу, и я думаю, что никто не пожалеет, если все-таки приедет прямо специально на эту лекцию. Ну а в среду мы вас ждем, это в 2 часа в 537-й аудитории, 537-я, 537-я Б. Это наш воркшоп «Град на воде». Я так понимаю, что команд у нас много будет, и довольно интересное вообще всегда это мероприятие. Поэтому со своими инструментами, со своими какими-то заготовками, с преподавателями мы вас рады видеть. И там будут еще у нас и студенты технологического колледжа. В этот раз они к нам тоже примкнут в наши ряды. Я думаю, что это такой соревновательный и игровой вариант будет для всех полезен. Ну а сейчас можем передвигаться дальше. Спасибо.